Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Немов, я музыкальный мастер, адрес моей мастерской внизу в описании к этому ролику. Сегодня хочу вам представить новый инструмент, сигарбокс-гитара, вот такая черненькая, очень прикольная. Мензура у меня 650, стандартная. Три струны. И если вы обратили внимание, она выполнена, вот механика у нее, бридж, ручка громкости, кнопочка для ремня. В одном стиле, это бронзового цвета. Это прям очень круто выглядит. Вот, сингл датчик. И мало того, что она еще с таким приколом, она вот так открывается, в общем. Тут вот логотип, в общем, мой фирменный. Я еще поставлю подпись. Кстати, прямо сейчас подставлю. Так. С автографом подписная будет, дорогие друзья, если кто захочет купить от крестного отца. Вот. Гитара очень хорошая. Сейчас я вам покажу, как она работает. Струны здесь, конечно, высоковатые, потому что гитара рассчитана на игру слайдом. Струны крепятся сквозь верхнюю деку. Здесь заводятся струны. Это дает очень хороший сустейн и хороший прижим. Гитара, ребята, кто хочет купить, покупайте. Матовый цвет такой черный, очень красивый. Коробка вообще обалденная. Здесь отбойник такой из махагона сделанный. Классный такой. Вообще выглядит супер просто вообще. Смотрите. Охренеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.